What's going on, everybody? Welcome back to Jelly Goon TV. Welcome back to my beautiful subscribers and viewers. Thank you so much for clicking on this video. Today we have another comment request right here, but it's beautiful person right here. And it's going to be a different video. We're going to react to some comedy. We're going to react to, you know, some Russian comedy. So it's going to be fun because we never really did that on this channel. And I really do appreciate it. Thank you so much. There is English subtitles on this one, so I do understand it. So let's drink our beer and salute, Strasia, whatever you say. And, Let's get into it. So yeah, let's go. Right, let's see what this is about. Supermarket Пуля. Быстро и без. Supermarket Bullet. Fast and stress free. Здравствуйте, девушка. Отбейте, пожалуйста. А простите, пожалуйста, молодой человек, можно я вперед вас? This is not gonna go well. Сливы только вот? Да. Давайте. Спасибо вам большое. Вот. У вас что, одна слива? Да, я просто сливы очень люблю. Ну взяли бы больше. А много мне нельзя, у меня желудок слабенький. Пакет нужен? Да, конечно. Большой, маленький? А сами как думаете? Молодой человек, мне некогда думать, у меня очередь. Давайте большой. She has no time to think, okay, I got you. Вы почему сливы-то не взвесили? А где? It's ну one там, в том же отделе. Я сейчас. Давайте вы меня отобьете, пока я к вам бегаю. Я не могу вас отбить, я уже пакет завела. What? Я все взвесил, вот штрих-код. Вы почему голландскую-то взвесили? У вас же краснодарская. Так там... What? Давайте по голландской я рассчитаюсь, а то не хочу больше ходить. С вас 410 рублей. What? Oh, shit. Сколько? 410. А где перевесить можно? Ну там, в том же отделе. Я быстро. Девушка, а что у вас 18 касс работает одна только? А вы почему у меня-то спрашиваете? Ну, у кого спрашивают вообще? Идите к управляющему и спрашивайте. Где управляющий-то? На обеде. Все, я перевесил вот здесь вот штрих-код. Что, вот. Снимаем голландскую? Ну, конечно, дорого, 410 рублей. Девочки, у кого ключи, мне позицию надо снять. Takes too long, man. Что, I remember this so bad in the supermarket, man. А чё там так долго-то? Why is it taking so long? They're looking at everybody at him, man. Да тут оптовик один затаривается. Сливой на месяц. Сейчас затарится, поедет в Ашан за жвачкой. Да? Yes. The way that he looks, man. Да. Либо приди, принеси. Тома товар принимает. Николая она принимает. What? Какой код у Краснодарской? 052-18-36. У меня не пробивается Краснодарская. Так ее на склад еще не завели. И что делать? Ну проводи как груши конференции, а не по одной цене. А можно там как-то побыстрее? Don't talk like that, man. А один палец. С вас 20 рублей 17 копеек. Ой, я же, это у меня с карты есть скидочная. I remember, oh my god, it happens. It really does happen, this shit. Размагнитилась, что ли, карта у вас? Да все, все, я уже на кассе я. Через 5 секунд выскочу. Ha ha ha.
It's gonna take 5 seconds now. С вас 20 рублей 5 копеек. What? А это сколько процентов скидка? У меня не показывает. Ну это накопительная же, а да? Вы какую брали-то? Ну я не помню, вроде накопительную брал. Ты накопил уже, мужик, накопил! 20 рублей 5 копеек с вас. Сколько? 20 рублей 5 копеек. Я по кредитной карточке просчитаюсь, я просто летаю очень часто. Мне... Сейчас полетишь! Мне на уральские авиалинии баллы накапливаются. Окей, вау, that's annoying. Ай, еще раз. Ты ж урод, на тебе двадцатку, давай уже иди быстрее отсюда же. A good deed. Молодой человек, я достаточно зарабатываю, чтобы оплатить свои покупки, понятно? О, окей, окей. Alright, make that money though. Make that money. Make that money, man. Мужчина, у вас мельче-то не будет. Было бы мельче, дал бы мельче. Тома, неси размен! А, так у тебя 5000? Я и не наберу, я уж сдалась. Слушайте, молодой человек. Что? А вы можете эту сливу сейчас съесть? What? Как съесть? Ну я никому не скажу. Ну так она же не мытая. Oh shit, man. Я не могу кушать, когда на меня смотрят. А здесь никого нет. Ты же один здесь. Eat it. Everybody looking like eat it. Давай. Все. Уходите. До свидания. Oh, such a horrible experience. Какой цвет, покажите. Так, внимание, на седьмой кассе вынос. Все сюда. Юленька, кассу закрой минут на 10, мы тут разберемся. Пройдемте, молодой человек. Не занимайте там больше. Ну как, мы стояли, ну что, ну сколько можно, ну что, я не знаю. Что с этим делать? Лимон только пробью, без очереди. И все, лимон, и больше ничего. Yes, it's beautiful. It's beautiful, man. Wow, that was nice. Very nice. Oh, shit, man. Посадил футболист треву. Прочистим ряды современного шоу-бизнеса. Побежали. Oh, my God, that was beautiful to watch, man. I really have to say, that was beautiful, man. All right, Russian do have comedy, man. Really nice, really nice. I didn't expect they did not have comedy, but I'm just saying, man. Really funny, really funny. Nice with the subtitles and everything. I really do enjoy it because this is such a real life event. You ever happen to go down to a supermarket and one guy is just like, yeah, let me go in front of you. I don't really have this thing. I say, yeah, of course, go in front of me. And it just takes forever. Forever, forever, forever for one little thing. And you can make it through with all these things, man. It's just crazy. And it happens in real life. It really does, man. Beautiful video. Thank you so much for that comment request. Really beautiful. I wish there was more of these, but yeah. Anyway, guys and girls, if you like this video, please hit the like button down below. And if you really want to support this channel, please do subscribe and hit that notification button so you get enjoyed by my videos. And please join the Jelly Goon Squad, of course. I'm going to see you into the next one. Peace.